Напомню, что видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Мы с вами продолжаем решать системы методом сложения под номером 1049. Нам осталась 7 и 8 система. Итак, 7 система, первое уравнение. 5у минус 7в равно 24. Второе уравнение 7у плюс 6в равно 2. Обратим внимание, что перед переменной v у нас коэффициенты с противоположными знаками. Поэтому выберем выгодные множители и преобразуем оба уравнения так, чтобы коэффициенты при переменной v были противоположными числами. 6 и 7 – это взаимно простые числа, поэтому первое уравнение мы умножим на 6, а второе на 7. 5u умножаем на 6 – 30u. Минус 7v умножаем на 6 – минус 42v. Правую часть умножаем на 6. 20 умножаем на 6 – 120. 4 умножаем на 6 – 24. 120 плюс 24 – 144. Обе части второго уравнения умножаем на 7. 7u умножаем на 7 – 49u. 6 умножаем на 7 – это 42. И дописываем множитель буквенный «v». И правую часть умножаем на 7. 2 × 7 – 14. Теперь перед переменной «v» у нас коэффициенты противоположные числа. Мы можем складывать с вами уравнение почленно. Складываем левые части. 30u плюс 49u. Получаем 79u. Минус 42v плюс 42v равно 0. И складываем правые части. 144 плюс 14 получаем 158. Разделим обе части уравнения на 79. И получим u равно 2. 2 умножаем на 70 – 140, 2 умножаем на 9 – 18, 140 плюс 18 – 158. Итак, u равно 2. И теперь подставляем найденное значение переменной u в одно из уравнений исходной системы. Я думаю, что второе уравнение проще, поэтому подставим в него. 7 умножаем на 2. Плюс 6v равно 2. 7 2 – 14. Плюс 6v равно 2. Вычитаем из обеих частей уравнение 14. В левой части останется 6v. В правой части от 2 мы вычитаем 14. Это будет минус 12. Разделим обе части уравнения на 6. V равно минус 2. Итак, U равно 2, V равно минус 2. Решением системы под номером 7 будет пара чисел 2, минус 2. В алфавитном порядке у нас сначала идет U, затем V. Поэтому и значение мы будем записывать в таком же порядке. 2 минус 2. Можем записать ответ. Пара чисел 2 минус 2 является решением системы под номером 7. Перепишем условия системы под номером 8. Рассмотрим систему под номером 8. Первое уравнение 0,2х плюс 1,5у равно 10. Второе уравнение 0,4х минус 0,3у равно 0,2. Мы видим, что перед переменной у стоят коэффициенты с противоположными знаками. И для того, чтобы получить минус 1,5 во втором уравнении перед у, нам достаточно обе части второго уравнения умножить на 5. Первое уравнение переписываем. 0,2х плюс 1,5у равно 10. А второе уравнение обе части умножаем на 5. 0,4 умножаем на 5. 4 умножаем на 5 – 20. И передвигаем запятую на один знак. Получаем 2.
и дописываем буквенный множитель x. Минус 0,3 умножаем на 5, это будет минус 1,5 y. Правую часть умножаем на 5. 0,2 умножить на 5 – это 1. Дважды 5 – 10. И запятой отделяем один знак, получаем 1. Все, мы можем почтенно сложить уравнение правой и левой части. 0,2 x прибавляем 2 x. Получаем 2,2 x. Минус 0,5 y вкладываем с 0,5 y – это 0. Складываем правой части, 10 плюс 1 – это 11. Разделим обе части на 2,2 и найдем значение переменной x. Как мы делим 11 на 2,2? Мы и делимое, и делитель умножаем на разрядную единицу, которая передвинет запятую в делителе, в нашем случае на один знак, это на 10. И тогда мы 110 делим на 22, а это 5. 20 умножаем на 5 – 10, 2 умножаем на 5 – 20 умножаем на 5 – 100, 2 умножаем на 5 – 10, 100 плюс 10 – 110. Таким образом, x у нас равен 5. X равен 5. И теперь подставляем найденное значение переменной x 5 в любое из исходных уравнений. Какое вам кажется проще? Мне кажется проще первое уравнение. 0,2 умножаем на значение x на 5 плюс 1,5 y и равно это 10. Решим это уравнение. 0,2 умножаем на 5 – это 1. Дважды 5 – 10. Запятой отделяем один знак, получаем 1. Плюс 1,5 y равно 10. Вычитаем из обеих частей уравнения 1. В левой части у нас останется 1,5 y. В правой части 9, от 10 вычитаем 1, это 9. И теперь осталось разделить обе части уравнения на 1,5. В левой части у нас останется y, потому что 1,5 разделили на 1,5, это 1. 1 умножить на y – это y. А в правой части 9 делим на 1,5, умножаем и делимое, и делитель на 10. И тогда мы 90 делим на 15. 90 разделить на 15 мы можем взять по 6. 6 умножаем на 10 – это 60. 6 у 5 – 30. 30 плюс 60 – 90. Итак, y равен 6. X равно 5. Пара чисел 5, 6. Будет являться решением системы под номером 8. Мы можем записать ответ. 5, 6. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.